Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Стражи Галактики. Давайте продолжим. Мы бы этих кретинов-церковников за милю обходили. Так. Мне надо... Я не трус, я здравомыслящий. Фигурку. Ты что, теперь на стороне зеленых? А где фигурка? Давайте посмотрим, может она... Вот именно, мы каюте поможем у немного, нее. После чего нам промоют мозги и превратят в батарейки. Так. Подожди. Вот. Фигурку, которую я и взял. Да, это я. Гамора, я только посмотреть. Расслабься. Я тебя пощажу. На сей раз. Ну, что ж, хорошо. Я, собственно... Что? Не успела поблагодарить тебя за куклу. О! Благодари. Да ладно. Я же знаю, ты такое любишь. Вставай на колени и благодари. Я была тронута. Я могу сосчитать на пальцах одной руки подарки, которые мне дарили не с целью получить что-то взамен. Ого. Должно быть, подарки от Таноса полный отстой. Это мягко сказано. Танос не отличался щедростью. Он использовал все, чтобы манипулировать нами. Подарки тоже. Так что я не привыкла говорить спасибо. Да и не надо. Мантис говорит, нужно учиться. Так. Давай, вот это вот. Откуда ты знаешь Мантис? Она взялась предсказать тебе судьбу или что-то такое? Не совсем. А ты откуда? Да, я увидел ее в баре и решил склеить. И получилось? Неважно. Почти. Но когда началась жуть с антеннами, я уж думал сейчас, как закричит «Редрам! Редрам!» Чего? Да неважно. В общем, та еще чудачка, но... хороша собой. И значит, твоя подруга? Да, это... чудачка спасла мне жизнь. Пару лет как. Кое-кто меня подстерег. Убийца. Еле выжила. Мантис оказалась в нужное время в нужном месте. Есть у нее такой талант. Посмотрите, люди встретились в галактике! Я и не подозревала, кошмар, что нуждаюсь в ком-то вроде в галактике! До как тесно. До той поры я была совсем... во вселенной, даже не в одной галактике, в галактиках. После войны сопротивление распалось. Ричард Райдер подался в политики, а миросознанию ни к чему такие, как я. Убийцы? Вроде того. Танос готовил оружие. Не миротворца. Кто стал оружием, им и останется. Она это имела в виду под суицидальными мыслями? Мне это знакомо, еще как. Да мы все через это проходили. Ну, скажем так, эти мысли меня покинули. Благодаря Мантис. Я нашла другой путь. Место, где я могу принести пользу. Так, подарки Таноса. Что за подарки дарил вам Танос? Оружие, яды, металлическую струну, которой ты всех душишь? Он подарил кукол. Однажды. Дурацких уродин с Ксандера. Ух ты, ясно. Это, на удивление, по-девчачьи. Что, это плохо? Нет. Нет, но... просто если куклы уродины, зачем они нужны? Я уверен, что ты скажешь нож и все такое. Говорю же, Танос с нами играл. Мы никак не ждали от него доброты. У нас даже спальни не было, и вдруг, нате, куклы. Просто так. Лично для нас. Ты ее сохранила? И подкупил этим. Есть в твоей коллекции? Нет. Тот подарок я потеряла в 6 лет. Самая уродская кукла на свете. Я так горевала по ней. Потому что единственная. Не было, слышала. Она обожала куклу, и я знала, что она хочет еще. Когда она пришла ко мне, мы подрались. Танос, небось, был рад. Да. Увидел драку, и как я плачу, и... смеялся. Оказалось, что это был урок о том, что нельзя привязываться.
А чтобы закрепить урок, он взял куклу Небулы и бросил ее в печку. Это... Да. Не представляю. Козёл. Небула не поняла, в чем причина. Усвоила только, что виновата я. Я начала собирать их пару лет назад. Ну, что? Да, не было. Хобби как хобби. Когда поняла, что больше ее не увижу. Глупо, но... Наверное, это ради нее. Нормально. Что, можно закончить разговор? То что-то траурно как-то становится. Я рад, что купил ее. И могу тебя заверить, подарки я дарю без всякой задней мысли. Ты важный член нашей команды. 5000 на нее потратил. Спасибо, Питер. Правда. Так. Давайте вниз спустимся, с кем мне можно поговорить. А, с Грутом я по поводу вот этого маленького растения-то так и не поговорил. Здесь сказано, что 14 лет назад коллекционер заявил о краже Грута. Что тебе нужно? Так. О, привет. Ракета, Грут. Чё, как? По какому праву ты копаешься в вещах Грута? Я есть Грут. Зря не возражаешь. Эй, ребят! Грут, я не хочу... Вообще-то это я нашел. Серьезно, я бы ни за что. Просто мне любопытно, откуда взялся этот доклад. Да, этот доклад, чтобы ты знал, будет в Груте массу болезненных воспоминаний. Так держать. Я есть Грут. А вот и нет. Коллекционер держал тебя в клетке, как... какого-то зверя. Будто мало тебе уничтоженной планеты. Я есть Грут. Ладно. Говорит, задавай свои дурацкие вопросы. Ну, планета Х первая. Что случилось с твоей планетой? Я есть Грут. Мне ты не говорил. Я есть Грут. Что он сказал? Читаури взорвали его планету экспериментальной мегабомбой. Здорово. С ума сойти. Какой ужас. Я есть Грут. Это еще не все, Квилл. Грут говорит, после взрыва планеты Х другие ветвистые миры мобилизовались. Но читаури были сильнее, их тоже уничтожили. Ветвистые. Я есть. То есть дерево входящее. Насколько он знает, он последний из рода. О, Грут. Бедняга. Не знаю, что бы я делал, будь я последним из людей. Я есть Грут. Да. Говорит, все не так плохо. Ведь есть мы. Вот за это мы тебя и любим. Как ты вообще попал в лапы к коллекционеру? Как еще? Он его украл. Я есть Грут. Ладно, рассказывай. Я есть Грут. Да. Говорит, объемно. В начале войны коллекционер нашел его среди обломков его планеты. Обалдеть. Но лишь кусочек, щепку. Остальное погибло вместе со всеми. Одну щепку? Ты что, не можешь умереть? Почему? Сгореть можешь спокойно. Я есть Грут. Умереть может, но не умрет. Я этого не допущу. Да. Пересажу хоть миллион раз, если нужно. А как коллекционер тебя нашел? Я есть Грут. Откуда его? Его спящего подобрал дрон-разведчик. Видимо, старина Тиван всегда в поиске новых образцов. Я есть Грут. Да, енот его, как я понимаю, освободил. Ты не назовешь спасением. Я есть Грут. Он настаивает, что тот его спас. Посадил его сначала в катку, а потом в клетку. Я его выкрал. О чем и речь в докладе. Его Грута еще ищут? За ним не охотится коллекционер? Ты видишь тут кумпологоловых? Ну ладно. Мы мало общаемся, Грут. По очевидным причинам. Да. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Прошлое не изменишь, но я попробую сделать будущее лучше. Я есть Грут. Говорит, он знает и ценит. Да, вот хороший член экипажа, мне он нравится.
Давайте со здоровяком поговорим. Это что-то он в депрессии был. А где он? Ну-ка. Да что с ней вообще? Это что? Мы должны вернуться. Мы герои. Вот теперь же... с ним поговорим. Да, извини, не удержался. То есть, это ж твое досье. Полагаю, да? Такое может восхитить преступников. Бывших преступников. Это все в прошлом. Мы легализовались, помнишь? Кажется, мы по-разному толкуем понятие легальности. Ладно, да, может нет, но все же. Убийца Таноса угодил в самую жуткую тюрьму галактики? Хотел бы я услышать эту историю. Какую именно ее часть, Питер Квилл? Как я убил безумного Титана, или тебя восхищает мое пребывание на Килне? Давай-ка. Вот это. А, не туда. Танос! Конечно. Тот самый безумный Титан. Говорили, он неуязвим, а тут бам! Здрасте, второй игрок. Просто как так вышло? Как ты с ним справился? Руками. Колдовством. Да брось, правда? Правда. Когда Танос убил мою семью, мое сердце полнил гнев. На пути отмщения я встретил ментора. В смысле наставника, да? Нет, так его зовут. А его брат Кронос, колдуны. Они дали мне сонное зелье, чтобы я смог свершить желаемое. Найти и убить Таноса. Выдумываешь. Вовсе нет. Очнулся я другим. Наверное, вот эти шрамы это оттуда. Я чуял жизненную силу безумного Титана. Как она пульсирует на другом краю галактики. Ничего себе. Ого, это... Чувствительный парень. Понимаю, как это звучит, Питер Квилл. Я верю, что ты веришь, но звучит... как фантастика. Даже в наших реалиях. И все же, я следовал за пульсацией в своей голове до Луны в черном квадранте. И там... там был Танос. Прятался, как трус. Мы бились не один день. На мрачных просторах Луны мы обменивались ударами, равные по силе и равно жаждавшие навсегда повергнуть противника. Хорошая история начинается. А затем ты нанес решающий удар. Я помню, как ударил в последний раз и упал изможденный. Очнулся я в больнице на Эланисе. Минуло много оборотов, и меня чествовали как героя. Значит, не помнишь. Ты убил Таноса. По их словам. А нутром я чувствую, что это не так. Он по-прежнему рядом. У меня нет сомнений, что он сумел выжить, как выжил я. Так, ладно, это что тогда за история? Кого там? На Килне. Ты не продержался бы и цикла. А что? А я, может, знаю кое-кого. Да будет смерть его быстрой. Ух ты. Настолько плохо? Хуже. Однако, после хаоса, сотворенного мною во имя бездумной мести, эта кара была заслуженной. Ну да, бесчинство. Можно и так это назвать. После битвы с Таносом я не мог поверить, что тот вправду мертв. Требовал доказательств, а не получив их, убедил себя, что все вокруг его пособники. Всюду мне мерещился его мерзкий образ. Я убивал всех, кто мог укрывать его. Многие были те еще гады. Возможно. Не мне об этом судить. А как тебя взяли? Ну, корпус Нова. Ты же Дракс, разрушитель. Охотники за головами с тобой бы не справились. Я сдался. Ну, вот так. Что? Легко и просто. Зачем? Затем, что впал в безумие, и сам стал тем, что тщился искоренить. Когда я это понял, я больше не мог мириться с самим собой. Ну, самое главное, что ты теперь здесь, с нами. А нас тюрьма в обозримом будущем не ждет. Поживем, узнаем. Ну ладно. Все. Вроде все соблюдено было.
какая теперь после контракции будет самая горячая планета для развлечений? Так. Есть там кто? Дракс! Ты в порядке? Открой! Питер Квилл! Мы ждем тебя в рубке. У тебя же был отчет для пса. Возможно, я все запишу. Дракс. Виноват. Я освобожу уборную через пару тактов. Хорошо. Стоп. Это моя зубная щетка? Да, лысину и трет. Вот тебе и раз, вот тебе... Так, подожди. Ага. Эй, ракета, есть минутка? Так, воспользоваться верстаком. Какой можешь верстак? Кое-что улучшить. Аж лапы чешутся. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у меня... Вот не смогу, наверное, да? Осталось-то немного. Да. Не хватает. Надо больше мне платить, Квилл. Так, поэтому... Стой. Да иду уже, хвост ты неугомонный. Да что твою мать-то? Ты типа прикалываешься надо мной, Квилл? Да мне не верстак нужен, мне ты нужен. Вот, вот это вот, вот. Да, твой... Целая рука. Процентов на 10 мы его победили. И остальные 90% нам лучше не трогать. Конечно, я рад покопаться в этом чуде техники, но больше к сектантам я приближаться не собираюсь. Итак, господа сектанты, крутите барабан. Так. А что, рука как рука, что? Ни больше, ни меньше отрубленная. Ну что там? Я есть Грут. Это хорошо, что ты Грут. И что ты есть. Знаешь, галактик? Космо, друг, куда пропал? Тебе не дозвониться. Прости, Петр Квилл. У Космо связаны лапы. На забвение прибыла Церковь Вселенской Истины. Что? Как ты там? Пока что жив. Космо предупредили вовремя. Но кору пришлось отключить предосторожность. Ну и денек, да? Эта вылазка чуть не стоила нам жизни. Вернемся, расскажем. Нет. Это дело не по зубам Космо. Стражу Галактик нужно лететь на Ксандр. Просить у мира сознания помощи. Космо не в силах пробиться. Стражу Галактик необходимо... Так, понятно. Нас оборвали. Космо, в чем дело? Что такое? Я есть Грут. Мы едем или не едем? Вау! Что это, Нова? Опустошители кто? На нас напали? Так вот они, трусы, оборочившие леди Хеллбендер. А, ну да. Ты кто в мять такой? Как правило, я не вступаю в разговоры с низшими формами жизни. Но мой контракт с леди Хеллбендер позволяет это сделать. Так вот что, убожество. Обращайся ко мне согласно званию. Я... Капитан Слава, лидер Смертельного Легиона. Так уж и смертельного. Скорее, сопливого. Ой, сейчас, размеши только хомяка. Нас окружили. Слушайте, я знаю, леди Хеллбендер злится на нас, но сейчас момент неподходящий. Ты думал, она прекратит охоту, потому что вам повезло выскользнуть? Из рук кровных братьев на забвении? Да. Да ты такой же кретин, как они. Леди Хеллбендер шлет привет, пресловутые Стражи Галактики. Вы будете уничтожены. Нет, это вы будете уничтожены. Давай. Уел его. Ладно, прорвемся. Енот, ты там мощный. Может быть. Так. Ой, а их много. А я один. Ой, только не летание. Летание все-таки, да? Огонь из всех орудий. Эти отбросы не стоят того, что... Зацепил. Блин. Я его. Ненавижу. Покажи класс, Квилл. Они оскорбили нас. Да. Класс в мастерстве. Блин. Я попал. Вот теперь. Да это настоящий бой.
Позор! На, первый есть. Попадание? Первый только, охренеть! Как я ненавижу эти вот космобитвы. А нельзя просто отправить чек в Леди Хелл? Она жаждет крови! Твоей! Блин. Подожди. Отступайте и подходите с другой стороны. Ну так. Или просто прицельтесь и отстрелите им бошки. Так. Есть. Где Дракс разрушитель? Я должен взять Питера. Не знаю его. Идем сюда. Эти корабли не удается быстро уничтожить. Эта проблема решаема. Подожди. Держись, приятель! Они нас пока еще не пришили! Так. Попробуйте сбежать. И я устрою охоту. Потешить твое эго? Ну уж нет! Блин, у меня тоже, да? Умеют они появляться не вовремя. Начинаю скучать по той собачьей тюрьме. Есть. То, что за нашими головами охотятся, это ведь признак известности, да? Не знаю, что мы получим с истребления капитана Хвостожуя и его Хвостожуйного легиона. Блин, вот сюда, вот сюда. Падла. Покажи им ласки, Вейл. Они оскорбили нас. Ты только не забывай стрелять. Давай, хватит давай. Командовать, Грут. Ты даже не умеешь пилотировать. Вот сюда. Ого! Сколько она предложила этим парням. Больше чем сербою барахло вместе взят. Блин, сколько стоит корабль сейчас? Кто мне подскажет? Так. А нельзя просто отправить чек Леди Хелл? Блин! Я не дам этой психованной... Ну хотя бы не все корабли, пожалуйста. Пожалуйста, с последнего корабля хотя бы. Я ненавижу ваше пилотирование. Ну? Ну? Огонь из всех орудий. Твою ж мать. Эти отбросы не стоят того, что... Ну, где нам нормальный канал, а? Я не жду. Эти гады его залочили. Предавайтесь панику. Предсмертные крики. А подожди. Доказательство ваше. Зацепил я его. Ты его уничтожил. Где Дракс разрушить? Я должен взять игры. Дракс сейчас не может подойти. Блин. Эти корабли не удается быстро уничтожить. Так. Это искусство, ракета. Твори. Давай, давай, давай. Еще и штормит так. Мама, не горюй. Хватит командовать, Грут. Ты даже не умеешь пилотировать. Сколько, сколько, сюда. То, что за нашими головами охотятся, это ведь признак известности, да? Не знаю, что мы получим с истребления капитана Хвостожуя и его Хвостожуйного легиона. Отступайте, блин. И подходите с другой стороны. Мне кажется, или просто прицельтесь и отстрелите им бошки. Так, вот. Я не сплю. Держись, приятель. Они нас пока еще не пришили. Давай, давай, давай. Есть. Умеют они появляться не вовремя. Еще одна проблема и больше. Вот он. Попробуйте сбежать. И я устрою охоту. Так. Потешить твое эго? Ну уж нет. Сколько вас осталось? Так. Покажи их ласку, Вейл. Они оскорбили нас. Смотрите и учите. Давай, 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 давай. Есть. Ого! Сколько она предложила этим парням? Больше, чем все твое барахло вместе взято.
Осталось один смертельный долдон. Он стоит всех вас. Что за бред ты несешь? Мы толпу ваших подбили. Сейчас подкреплю, я нас придет. Вот теперь это настоящий бой. Ай-яй-яй. Велик. Позор. Наконец-то. Ну и кто тут низшая форма жизни? А нельзя пока просто ты отправить чек Питер? Леди Хелл? На радаре сигнал. Что? Ни хрена себе. Придется разобраться с вами лично. Так тебя там и не было, оказывается. Вы подбили истребители. Но мой крейсер вас уничтожит. Ой. Это все? И этим ты хвалился? О чем ты? Нет-нет, он... Ну, наверное, ой, он удобный. Не смейся надо мной. Попробуй по мишени. Блин. Неплохо заехали. Бей выпускные каналы. Это туда точно бьем. Не сработает. Спасибо. Значит, точно сработает. Давай. Больно? Страшно. Нет, ни капельки. Ты это за себя говори. Так. Ненавижу. Защищать канал. Он уже напоминает мне ракету. Это лингвистические компетенции. Блин. Избавлять огонь. Им не выжить. Ай-яй-яй. Этот парень меня бесит. Если ты нас угробишь, нет. Тебя прикончу. Подожди. Что, даже не завопил? Блин, я же ускорение сделал. Должен был уйти из полудара. Это все? О. И этим ты хвалился? Подожди. Подожди. Нет-нет, он... Ну, наверное, он удобный. Не смейся надо мной. Попробуй по мишени. Подожди. Ой-ой-ой. Больно? Я даже не знаю, как ты тут. Подожди, ну-ка давай. Ты это за себя говори. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Череп умеет появиться не вовремя. Неплохо заехали. Бей выпускные каналы. Ой-ой-ой. Это точно нет, не сработает. Продержаться спасибо, надо, поди. Значит, точно сработает. А-а-а. Избавлять огонь. А, так мне сюда надо вообще. Подожди. Блин. На нас уже будто вся галактика зуб точит. Получилось. Защищать канал. Он уже напоминает мне ракет. Это лингвистическая компетенция. Блин, вообще не так. Мне кажется, этим уродом пофиг, что галактика гибнет. Подожди. Этот парень меня бесит. Блин. Это искусство! А! Квилл учит самую так опасную женщину в галактике, как надо убивать! Он нас в клочья разносит! Так, а я что сделаю-то? Ты там в порядке, Кэт? Не уклоняйся! Блин! Что за ж не уклоняйтесь? Опа! Что-то плохо ты заботишься о корабле! Блин! Неудачно попали. Ты как-то, блин, вверх ногами. Интересно, стоит, сколько им платят за то, чтоб нас убить. О, прямиком в канал. Ой-ой-ой. Интересно, сколько им платят за то, чтоб нас убить. Давай. Нас бьют. Да, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Еще немножечко. Мой корабль! Давай.
Есть. Я слаба. Есть, блин, я думал, не смогу нахрен. Ненавижу эти космические войны. Выкуси, леди Хабалка. Она этим Хабалка. Забудьте пока что о леди Хеллбендер. Сейчас нам надо попасть на Ксандр. Жми. Ну давай, летим на Ксандр. Да уж, стричку нужен тюнинг. Сначала бы добраться до станции. Я не дам ведроголовым копаться в моем. Вау, это что-то разрезанное. Я знал, что в космосе бывают пробки. Ядро разрезанное. Я не видела столько кораблей у Ксандра с начала галактической войны. Включай эфир, Грут. Узнаем, что происходит. Какие-то там длинные корабли. Как будто из других игр. Фильмов. Мы на исходе. Мне нужен доступ к устройствам. Че, мы не покрываем сектор? Это корабли из обратившихся миров. Так. Беженцы. Нам срочно нужна стыковка. Пожалуйста, ответьте. Грут, вырубай. Можем и не пробиться, кстати. Я не вижу спасательных челноков. Помощи не будет? Нет. Нет. Корпус снова кучка самодовольных пижонов. Но спасать — это их работа. Хвоста они тогда нужны. Не шуми, ракета. Звякнем на станцию и попросим соединить с миросознанием. Грут. Что? Давайте будем выбирать речь теперь. Добро так пожаловать понимаю. В штаб-квартиру корпуса НОВА. Для продолжения коммуникации выберите язык. Давай, стандартный галактический. Другие я не знаю. Понимаю. Но теперь мы сможем следить за всеми ошибками звезданутого. Цель вашего обращения. Так. Уголовные преступления. Надо сообщить о намерениях Рейкера. Готовишься к преступлению? А внятное миросознание о них еще не знает? Может, без подробностей. Так. Мы в курсе ситуации, но не имеем возможности ею заняться. Так. Выбери уже что-нибудь. Ну-ка, давай. Может, готовящееся преступление? Точно. Так. Сообщим о том, что хотим провернуть, и повесим это на какого-нибудь ушлепка. Благодарим за информацию. Енот молодец. Однако в свете приближающегося конца света предотвращение преступлений не актуально. Так. Предлагаю список личного состава. Миросознание. Там должно значиться. Связь с кадетом Николетой Голд была приостановлена до выяснения обстоятельств ее участия в несанкционированной религиозной деятельности. Вот я об этом и хочу сообщить. Не отвечать. Я не могу ее заставить, она независимая. Так, а тогда вот если... Мы просканировали ваш корабль, и наш алгоритм предлагает вам связаться с одним из нижеуказанных офицеров. Понятно. Личный аппарат Центуриона Карел уничтожен, выключен или находится вне зоны доступа. А так. Можешь не верить, но мне жаль... Вступить в корпус снова вот я не хочу. Поздравляю вас с решением вступить в корпус снова. Чтобы начать, введите ваше полное имя, наименование или серийный номер. Ричард Райдер. Звездный лорд. Мамка Квилла. Так, ну что, наговорили там много всего. Эта стратегия бессмысленна. Да брось, крепыш, а вдруг сработает? Давай. Укажите планету или место вашего происхождения. Земля. 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 Я все еще скептически настроен. Опишите в нескольких словах, что сподвигло вас вступить в корпус НОВА. Я хочу вершить правосудие. Я неудачник. Почему ИИ во вселенной это не по зубам? Молодцы, ребята. Ну уж нет. Я хочу совершить самоуправство. Наступление за вами, так, экзамен пройдет приблизительно через... Ладно, это было прикольно, но совершенно бесполезно. Еще идеи есть? Ладно. Заявку можно подавать не чаще, чем раз в цикл. Повторная подача отклоненной заявки невозможна. Так. Ресурсы прямой коммуникации с нами требуются для других задач. Вам отказано. Приносим извинения за доставленное неудобство. Попытка не пытка. Так, попробуем, придется еще что-нибудь. В преступлениях получается. Опять тоже меню. Так. В смысле кнопки «Совершенное преступление» скучно? Сообщите о преступлении. Надо рассказать им об обещании. Оплатить штраф. Подключаемся к банковскому сервису. Внятно, сработало. Спаржа Галактики. Как понять вас?
Эй, миросознание, 100 лет, 100 зим. Это я, Питер Квилл, Звездный Лорд. И мы, это, Стражи Галактики. Документ имеется. Помоги нам. Оплатить штраф? Нет. Нет, разумеется. Надо спасать галактику. Уже не спасти, Питер Квилл. Почему ты так думаешь? Массовый психоз. Обещания. Сметает системы, обращая всех на своем пути. Менее чем за 3 цикла. Оно разрослось из команды одного лишь фрегата во множество форпостов, миров и систем. Пракси 9. Ригель 3. 75,222% галактики Андромеды утрачены. А про контраксию она ни слова не сказала. Они, а не она. Миросознание — это коллективный ум. Слушай, мы знаем, кто в этом замешан. Мы сами видели, как действует обещание. Мы скинем вам инфу, а вы остановите это. Кажется, мы все объяснили. Остановить церковь вселенской истины невозможно. Они — это коллектив. Так. Оно — машина. Да, и во мне железки имеются. Но не вздумай называть меня оно. Как это не остановить? Может, мы не потянем. Но вы — герои войны. Вы смогли навалять Читаури. Сопротивление и союзники помогли нам тогда их одолеть. Но до того Читаури уничтожили нашу планету, а народ был повержен. Я есть Грут. Да, и мне не нравится. Зря не удрали, пока был шанс. Мы уже просчитали 12,472,865 боевых сценариев. Текущая вероятность победы над церковью вселенской истины всего 0,3%. Ну есть же, есть все равно шанс. Число большое. Хреново. Или не совсем? Совсем. Что ж, прошу извинить вас. Церковь вселенской истины бросила свои силы в эту область космоса. Крайне важно ретироваться до их появления. Вы убегаете? А с беженцами что будет? Вы их что, без защиты оставите? Основная директива – сбережение ксандерианской культуры. Остальное не так важно. Вот так вот. Вы свою-то планету видели? Так. Плачет горькими слезами вся ваша культура. Вы лидер корпуса Нова. Ваш долг – защищать эту галактику. В корне неверно. А вы не лидер ведроголовых? Мы не обязаны защищать галактику. Мы блюдем порядок с целью предотвращения потенциальных угроз. Сами себе служите. Побочный продукт нашей основной директивы. Офицеры по всей галактике жертвуют жизнью ради вас. И вы не рискнете вмешаться ради них? Риск чрезмерен. Эта жертва будет напрасной. Да сейчас. По неясной причине церковь накапливает ресурсы. Ее влияние не вмещает ни одна вероятностная модель. Так обновите модели. Едва ли мы в огоне вычисления под абсурдный источник силы противника. Вы про энергию веры? Черпать энергию из веры нелогично. Мы не сумеем вычислить сценарий борьбы с чем-то несуществующим. Ага. То есть дадите церкви победить? Тому, что невозможно вычислить, нельзя противостоять. Большинство разумных существ не имеет возможности просчитать риски перед боем. Вы управляете силой Нова. Волшебной энергией, питающей корпус Нова. Она не волшебная. Но да. Тогда объясните ее мне. Ведь обыватель здесь тоже не видит логики. Танос говорил, ее генерируют живые компьютеры Ксандера. Живые компьютеры Ксандера и есть сила Нова. Она есть, потому что мы есть. Раз мы есть, существует и она. Значит, вы укращаете коллективную энергию. Также Рейкер поступает с верой. Может быть, церковь тем же способом действует? Возможно. Мы видим, что вы недовольны нашим решением отбыть. Но ваш эмоциональный настрой для нас не в приоритете. Блин, не убедили. Мы принимали решение, рассмотрев все прочие возможные варианты. Подробный поиск в банке данных выявил лишь одну сущность, способную остановить их. Что это? Ничто. Кто? Адам Уорлок, исконный золотой бог церкви. К сожалению, он погиб. В последний год галактической войны. Блеск. Значит, дело швах. Похвально.
вы пришли к тому же заключению, что и мы. Нет, еще не вечер. Похоже, приготовления к путешествию почти завершены. Прощайте, стражи галактики. Нет, стойте! Как же это в духе Нова. Не помогли тогда, и сейчас не помогут. Я есть Грут. Что? Издеваешься? Почему? Грут сказал, на горячей линии так и висят в ожидании штрафа. Да, какой штраф-то? Помогите, хотите штраф получить раз. Деньги не забывают брать. Ведь правительство везде одинаково нахуй. Вот так. А вот хрен а тебе. Знаете, пошло оно. Отменить платеж. Питер. Что? Корпусу Нова нет дела до нас. Они свалили. Именно так. Они свалили. Это был последний шанс снять этот трекер с Милана. Если корабль заблокируют, мы не сможем бежать. Ну и пусть. Когда он сработает, мы будем уже обращены или мертвы. Питер, пошло движение. Они улетают. А, трекер у меня же, подождите, трекер. Я же купил трекер. Так, надо к еноту срочно. Ни хрена себе! Раз и ушли. Квилл. Квилл, я вижу. Блин, большие корабли. Шмагов сын. И эти прибыли. Как у них все? Те не успели уйти, уже эти прибыли. Опа. С нас что-то собирают или притягивают. Как он так засасывает? Они принимают обещания. Надо прыгать, Квилл. Я знаю. Обещание матриарха сбывается. Питер. Ой-ой-ой-ой-ой. Прыжок? Сперва оторвемся немного. Давай, давай. И вперед. Улетел. Так. Ну ладно, давай. Под хвост. Ты что вместе натворил? Я не знаю. Почему мы встали? Сопливый легион мог задеть нас при нападении. Ребят. Это вопрос времени. Вся галактика примет обещание. Сакрали у нас на хвосте, а мы с вами застряли здесь. Ой, ребят. И как мы это сделаем? Ты же видишь, ничего не пахнет. Если ребят, нас обнаружит нам крышка. Принять добровольно. О, да. А без двигателя нам крышка. Все ребят, равно. Ребят. За маленьким кораблем никто не полетит сейчас. Перестаньте спорить. Я мыслей своих не слышу. Ракета, чини двигатель. А как я тебе это сделаю? Я не могу запустить диагностику. Плевать. Просто чини. Вот так. Вмять. А нам что прикажешь? Не знаю. Ясно? Думаешь, я ответы рожаю каждые 2 секунды? Ладно. Иди морковку пошинкуй. Ламу покорми. Нет. Только не сейчас, я не могу. Давай, Грут, вот ты хороший парень. Извини, что с тобой так приходится. Как я устал. Давай, надо посмотреть этот... Штуку я покупал. За каким хреном-то? Которую трекер может снять. Эй. Используйте отслеживание визора. Зачем? Ой, их корпус снова. Не надо было на них вообще рассчитывать. Так. Ну-ка, давай с тобой поговорим. Что-то ты замолк. Дракс, я... Не хочу разговаривать. Понимаю. Мы все малость выдохлись. Ты попробуй отдохнуть, что ли. Так. А вот и наш великий лидер. Рот закрой. Хочешь закатить истерику? Поубавь на этот раз громкость. Так, это что? Так, повествование, планшет, цифровой планшет в данный момент не работает. Ты сам-то от своих криков не оглох?
Так. Заткнись. Что такое? Повествование взрывоопасный компонент, различный компонент для создания взрывчатого вещества. Так, так неизвестная технология, непознанный электрический компонент расходует 10%. Так, Милана обладает... Не, так. С капитанским креслом обладаю связью. Но я не знаю, что это. Серьезно? Как ты... У меня будут... Микроволновка. Земная электроника. Давай, детка. Кыш, кыш. Кыш, кыш. Эй! Какого... Вот как ты пробралась. К черту. Прогрызла дыру. У меня там дыра. Вставай с кровати. Хватит соплима на кулак мотать. И постель воняет. Класс. Так. Ты смахни хандру и лень, и в дорогу, сей же день. Государственное дело. Позарез нужна лень. Давай, вставай. Ага. Надо было просто перемотать. Или ждать. Так. Что, ничего не происходит? У нас свой корабль, и это наша каюта. Места маловато. Какой у тебя? У меня? Что за галюны? Что это? Что? Что происходит? Ты это... И я? Я вставай. Это ты? Говорящий ты это ждет. Я. Тебя все ждут. И ничего не надо нам. Ракета, да, он там. Исправлял какую-то поломку. Слушай, если мы типа известный космический герой, тогда почему убегаем от противника? Все так сложно. Все просто. Хватит уже бегать. Кстати, мы сели. Давай. Подожди, меня интересует та дыра. Подожди, и пицца? Что это? Ты как будешь готов? Погоди минуту. Постер. У тебя была куча минуток. Сон не считается. Так, ладно. Грот хотел дать тебе поспать. Прикинь? Сколько я проспал? Достаточно. Всю дорогу до карантинной зоны. Стой. А почему мы здесь? Квилл, ты хочешь починить корабль или нет? Мой корабль. Да, твой корабль. Давай, все уже снаружи. Подожди. Я точно помню, я покупал эту штуку. Мне тут не по себе. Что такое? Не по себе, как когда ты на меня прыжковый двигатель. Ладно, ладно. Я и сам собой за это не горжусь. Мягко сказано. Подожди. Я тогда был на взводе. Так что спасибо, что дал мне выспаться, но... Начинается. Не за то, что прилетел сюда без моего разрешения. Ты сказал мне починить его. Это что? Так, это алтарь для медитаций. Понятно. Но это не то. Это все не то, что я ищу. Правда, ракета? Тебе не странно снова возвращаться... Сосредоточься на происходящем, Квилл. Что было, то было. Сейчас спасем корабль. И не только его. Решаем проблему по мере наступления. Ракета, прокачаешь мне кое-что? Нет времени. Займемся этим позже. Так, ты опять здесь? Ну-ка. Мы уходим по делам. Веди себя хорошо. И, пожалуйста, не суйся в мою каюту. Блин. Может, стоит ее отвезти туда, где мы ее нашли? Я думаю, вообще ее отдать к этому существу, которое монстров любит. То, что ее не поймают, я уверен. Хрен догонишь такую хрень. Так какой у нас план? Хватаем все, что попадется? Нет, не все. Нам нужен катокатализатор второго уровня с валиковой ручкой. Есть! Пошли!
Давай. Все уже вышли и ждут. О, так мы здесь были. Ну. Гляньте, кто глаза продрал. Ладно, не бузи. Грызун распоряжался, пока ты спал. Да, да, знаю. А ты не спешил. Что? Опа. Ники? Я все еще сплю, что ли? Откуда ты взялась здесь? Ты обещал вытащить меня отсюда. Я помню, но... Ники! Блин, это существо в тебе. Держитесь от этой штуки подальше. Я и без тебя знаю. Это какой-то сон. Давай беги. Просто беги, Грута, зацело. Енота. Нет, это сон все-таки. Ну не может. Ай-яй-яй-яй-яй. Я один, кто ага, быстро бегает, хотя и Дима должен быть быстрее всех бежать. Беги, он животное да! Все-таки. Почти мою смерть! Да! А оно все жрет и жрет. Все жрет и жрет. Ребята! Простите! Не знаю, что делать! Нет, знаешь! Знаешь! Это ведь я виноват во всем этом! Мы должны были быть наверное. Героями! Нельзя убегать от наших проблем! Нужно бросить вызов страху, принять ответственность. Что ты делаешь? Герои не сбегают. Это все какой-то бред. Ну ладно. Нет, все не так. Оставь меня в покое. Не преследуй меня. Нельзя убегать от наших проблем. Понятно. Оставь меня в покое. Получай, уродливое чудище. Не убежи, не стал убегать. А так бы бежал бы, да охренеть, какие бесконечности бы. Питер Квилл. Питер Квилл, вставай. Дракс. Мы же договорились. Прекрати. Твое внебрачное дитя не ошиблось. Ховод и Камария воскреснут. Да, ясно. А необходимо как? Лишь верить. Блин, опять испытание веры. У меня галюны, поди. Дракс, не надо меня так пугать. Я сообщил благую весть, Питер Квилл. Ты потерял близких. Маму, ту женщину Кри. Тебе известно, что такое боль утраты. Дракс. Но вера и обещание матриарха воскресят наших близких. Дракс, я не... Ты ведь принял обещание или нет, Питер Квилл? Нет, еще нет. Но не потому, что мне не хочется. Знаешь, есть вопросы. Понимаю. Обещание матриарха потрясает. Потрясает, не то слово. Меня пугают твои глаза. Я тоже не сразу осмыслил, сколь удивительное обещание. Не надо руку класть. Да, да, время. Мне нужно время. Я дам тебе время, Питер Квилл. Но вот что. В остальных я не уверен. Древесный может и прозреет, но я боюсь, что убийца и грызун устоят. Выходит, они угрожают нашему делу. Ликвидирую их. Нет! Почему? Так. Мы же одна семья. Ты... Дай им шанс. Решение непростое. Непростое. Ты правда веришь, что они примут обещание? Надежда есть. Я знаю. Скажем, Гамора. Ее папа Танос. Ей же придется в себе покопаться, прежде чем она уступит. Ракета. С чего начать? Это ходячий научный эксперимент. То, что Ники, то есть матриарх, предлагает, это все для него в диковинку. А древесный? Ну, ты же сам сказал. Он прозреет. В смысле, это Грут, да. Наша опора.
Убедил, Питер Квилл. Хорошо, что у тебя мозги... Круто, это хорошо. Как у младенца. Нет, подожди, я ее приведу. Кого? Так, до нее миллион световых лет. Мы уже сели на ее планету. Думай, Питер Квилл. Мы придем, и она потребует ответа. Стой! Дракс! Так. Давай все обсудим! Класс. Так, ну-ка еще разок. Эй, Квилл, ты там? Надеюсь, ты не помер. Квилл. Давай. Эй. Чего не отвечаешь? Это карточка. А, кассета. Блин. Что мне тут может понадобиться? Квилл, дружище. А, вот оно что. Гарнитура. А, ракета, я здесь. О, хвала Хали. Питер, ракета, почему меня заперли в каюте? Ну, Дракс, кажись, в церковнике подался. Что? Ты серьезно? Я есть Грут. Понимаю, это просто бред. У Дракса... В голове тоже бред. И, возможно, он привел корабль к Сакралии, чтобы отыскать матриарха. Но don't worry. У don't меня worry. Есть идея. I'm happy. Эта космолама прогрызла мне дыру в стене. Камень? Вы ей имя дали? Возможно, я смогу через нее выбраться. Мне бы только протиснуться, да добраться до рубки. А как она залезла еще наверх? Именно. Еще и насрала там. Своими космическими кокошулями. Так, я выбрался. Дракса не видать? Пока нет. Так. А знаете, я рад, что все так обернулось. Почему? Почему? Да потому что я 100 раз вам твердил. Эта тварь тут все сожрет. Вы слушали? Как же? Зачем вам слушать ракету? Так. Его дело все чинить. Погоди. Так ты рад, что Ками прогрызла стену или нет? Нет. Ну, может быть. Если это поможет спастись. Я ищу. Так. Лама, лама. А, кажется, я знаю, кто, когда все это кончится, будет все чинить. Если мы не сдохнем. Получается? А кто же еще? Если бы не я, Милана так до сих пор и болтался бы в космосе. Так, непонятно. Можете не благодарить. Да, мы благодарны, что ты успел починить корабль, чтобы Дракс его угнал. Так, не получается. А какая здесь? Она заперта. Знаю, просто проверил. Ну так двигай уже в рубку. Да двигаю. Нет, не так, вот так. Разблокируй двери из рубки. А, ой. Надеюсь, ты знаешь, где рубка. Да знаю я, где рубка. Есть. До встречи. Чего мы дожидаемся? Надо сваливать из этого болота, пока зеленый псих не явился с новой подружкой. Вместе матриархом! Ракета, стой! Мы не можем бросить Дракса. А он еще Дракс? В смысле, его ведь обратили. И что? Мы его отыщем. А я его прокачивал сам, что обидно. Ты говоришь о том, чтобы похитить Дракса-разрушителя? Вот именно, разрушителя. Мы в таких передрягах бывали, столько повидали. И вдруг бросим его? Дракс еще наш друг. Этот нам больше не друг. Не вынуждай меня отдавать приказы. Ты чё, на меня свои пушки наставил? Нет, пока нет. Я просто хочу, чтобы ты понял, как всё серьёзно. Мы остаёмся. Ух ты. Вмять, Квилл. Смотрю, ты вовремя решил проявить норов. Ладно, я в деле.
Еще возражения? Нет. Ладно. Я из Грут. Крот, тогда найдем нашего друга. Вот так. Ладно, так. Что мне надо? Мне надо... Если здесь есть церковники, так это мне не надо, это мне не надо. Мы видели секретную базу. Здоровенный вмятский корабль. С таким кораблем никакая планета не нужна. Опять не туда. Так, это моя комната. Если это родная планета Рейкера, мы получим ответ на весьма важный вопрос. У всех ли у них золотые носы? О, блин, да. Я же попал эту штуку. Крайне важный. Где она может быть? Так, ну и где мы вообще? Это явно не капсула хранения. Супер, а можно немножечко поподробнее? Выясним, когда выберемся наружу, если Питер перестанет тормозить. Давай. Ты точно готов. Я есть круг. Ты? Готовы отправиться за Драксом? Нет, но чем дольше ждем, тем сложнее его вернуть. Пойдем, пойдем. Ну что, вперед. Хорош базарик. Только вперед, разум зовет. Только не это. Есть путь на севере, три на восток. На восток. Какой-то лагуне. Мерзкий хвост, сколько раз вам повторять? Я ненавижу воду. Эй, не я тут корабль сажал, а Дракс. Ай, ну и гадость. Вон на Грута садись. Да что ж такое? Я намочил шерсть. Бам, пал. Ракета, ты цел? Да все, ненавижу воду. Ты же енот полоскун. Мы тут не работаем. Мы Дракса спасаем. Так, ладно, давай пройдемся, посмотрим. Хватит уже там болтыхаться. Ладно, ладно. Просто местность осматриваем. Под водой вся твоя местность. В этом под водой. Так. В смысле растения тут странные? Тут все странно. Это вот вообще деревья? А это что? Ну да. Это что такое? Дом Милана. Что такое? Так, так, также известно, как осиная береза, тонкую, похожую на бумагу, кору этого дерева можно сорвать и передать ей нужную форму, после чего она затвердеет. А это ты что за еж? Колючка. Так, растения, обитающие в затушенных пустошах, из листьев запах можно сварить чай, богатый... Так успокаивает. Нет, подожди, ничего спокойного. Мне ты еще с другой стороны другу посмотреть. Скорее, старому врагу. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Нет, все-таки туда нет. Ладно. Я всего лишь хотел немножко для прокачки. Так, а если с нее можно содрать, так я могу содрать? Они пацифисты, бежавшие. Еще хуже. Так. Ты видел их на забвении? Откуда ты знаешь, где мы? Была тут после неудачного заказа. Какой заказ? Там была замешана сестра, и сейчас нам не до этого. Мы же не над океаном пойдем. Частично, да. Так. Не падай в него, не намокнешь. Да? А если Дракс туда упал? Не беспокойся, ракета. Если что, Гамора за тобой прыгнет. Да ну. Да ну. Ну да. Потому что мы команда. Мы а команда. Мы команда. Спортивная. Ай, лучше утонуть. Так что там у нас по плану, когда отыщем Дракса? Сначала стрелять, планировать потом. Мы не будем стрелять в Дракса. А в ракету ты стрелять был готов? Какого хвоста, Квилл? Помощь сейчас нужна Драксу.
и я сделаю все, чтобы ему помочь. И вы тоже. Так. А вот это раз. Живый злодей. Где она? Где матриарх? Стой, стой, стой! Отпусти Подожди! Дракс, приятель, полегче! Она позвала меня сюда, склеить осколки. Ракета, да помоги же ты! Какие осколки? Ты чё, дебил, что ли? Здрасте. Ой, ой. Сейчас она освободит его. Вау! Богомол! На! Стиль богомола! Девочка из Шанхая. Вот и все. Куда ты рыпаешься против нее? Ух ты, какая красавица. Странная, конечно, но красивая. Мандис? Как ты... Что? Что? О, это! Лесо научил меня как-то бить в одно место в разных временах. Или Том Фат в будущем научит. Да, не важно. О, не бойся, злюка невредим. Ну, почти что. Что мы здесь делаем, Мантис? Я его позвала. На забвение. Увидела время в его мыслях. Ложь, как путы. Что мне оставалось? Время? Подкорректировать курс, очевидно. Короче, меня только одного здесь все дурят. Все хорошо. Со мной будет. Что происходит, это только одного меня касается. Тише и мраке. Вы как-то, блин... Ну и Грут еще тоже. Это хороший тоже парень. Твоя бывшая, Квилл. О, нет. Не в этом времени. Идем. Вперед, в пещеру Жути. Не понял. Пещера Жути, где сойдутся самые мрачные наши пути. А он что, в мозгах этого, которые были-то? Мрачные в том смысле, что неизвестные. Ну, может, и плохие. Но точно не хуже, чем увиденное мною будущее. Вот там все плохо совсем. Беспросветно. Вам лучше и не знать. Кто-нибудь, переведите мне это. Я есть Грут. Я говорю... Говорила... О чем я успела вам рассказать? Пещере Жути? Да, точно. Господи. Большое сердце несет в себе столько Мутация. Печали. Во всех вариантах будущего он сломлен. Но в каких-то мы его спасаем. В этом. Ни хрена себе, кто-то камушек разрезал. И мы пришли. Здесь Катати пускают корни. Катати? Ну давай, пустим Итак. Корни и мы. Чисто для справки. Есть варианты, где мы с тобой... Питер. Конечно, хватит. Есть. Верно. Есть всякие варианты. Что за Катати? Я есть. Грут. Люди растения, как Грут, но отстойные. Катати — высокоразвитая раса миролюбивых созданий, наделенных медитативной силой. А еще они стерегут тайны древней пещеры. А перерыв сделать они могут? О, нет, они к этому относятся серьезно. У нас один лишь выход. Воззвать как бесконечный мудро... Я есть Грут! Вот тебе мудрость. Грут, молодец. Впустили! Грут, говорю, хороший парень. Да, он и... Во второй части это вообще любим. В первой части любимчиком стал. И поэтому его воскресили. Во второй части. Так. Зашли. Что ты? Ну, вода, водичка. А что именно мы здесь ищем? Она не знает. То, что может помочь Драксу. Надо и мы вывести. Поверим на слово этой чокнутой. Она не чокнутая. Жутковато. Чё жуткого-то? Мне кажется, красиво. Да уж, жутко. Жутко опасно. Нам точно сюда надо? Не. Может, Драксу надо просто проспаться? Выглядит он более-менее. Я не смогу долго контролировать его.
Только друзья Зеленого Злюки помогут ему осознать ложь Матриарха. И только в этом месте. На. Ни хрена себе! Чуть не успела вовремя почувствовать. Чуть-чуть не успела. Не забудьте, мы здесь, чтобы помочь Драксу. Хотя было бы неплохо узнать, как именно мы ему собираемся помогать. Ну, разумеется. Всегда ладно, проще, сейчас дойдем до туда. Заранее. Прям знаешь. Нет, я все схватился, я успел. Почему я только один хренов? Нет, не всех. Не в этом варианте. А варианты просматривают. Люди в черном, а это нет, какая? Да что такое с этой планетой? Вторая или третья видите? Часть? Не страшно. Смертоносно, холодно и мок. Так, давай, собрал. Ракет. Подумаешь, немного воды. В альтернативных будущих пушистика утопление – распространенная причина его гибели. Он всегда так жалобно ловит ртом воздух. Так, только пушистику не говори. Блин. Класс. Что мы собрали? Вау. Ну ладно. И из воды не прыгает. Уверен, дальше все будет суше. О, ты не прав, звездолом. Подожди, тут звездолом. Где-то... Звездолом, а ничего. Ты стала больше улыбаться, Гамора. Я же говорила, в коллективе тебе полегчает. Нет, ну смотреть, как ракета психует из-за воды, весело. Давайте, может, не будем совсем уж расстраивать ракету. Все будет не так страшно. А, да, где-то правильно, тут... звездолом. Ну было же что-то. Что все будет хорошо. Точно. Вот. Смотрю на это и вспоминаю карантинную зону в самом плохом смысле. Может, эта пещера тоже разваливается? Земля тут трясется. А я не хочу. Так. Ну ладно, давайте посмотрим. Зайдем туда. Погоня! О, это было опасно. Тут бывают проблемы у Гаморы. Сомневаюсь. И... Оп! Эй, оп! Мантис, мы точно идем правильной дорогой? Вроде да. Ладно, здесь уже не перепрыгнуть. Нужно обойти, поискать другую дорогу. Нет. Гамора, есть идеи? Ну да. Но он вряд ли нам сейчас поможет. А что, если использовать тот здоровенный кристалл? Как-нибудь. Давай. Мантис, а Дракс точно не может... Зеленого Злюку нельзя напряг... Дайте гляну. Может, там есть другой проход? Нельзя напрягать. Так. Ладно, Гамора. Давай заберемся туда. Может, мне просто пальнуть по этим камням? Нет. Я боюсь, что он нас взорвет. А ты почему против? Слишком много вариантов, в которых Пушистик так погибает в этой пещере. Ракета, хочешь рискнуть? Эй, Йенни! Разбили. Вот и все. Совсем даже не все. Мы понятия не имеем, что тут ищем. Думай не об этом, а о том, как много он для тебя значит. Думайте о том, сколько раз Дракс нам помогал. Назови хоть один. Как он на боровом корабле нас спас. Фырк, он тебя спас. Он много он всех нас на себе спас. Носил. И кидался камнями. Это ему, похоже, нравится. Бросать камни, древний катодиан. Вау. А я прокатился. Ради какого-то там товарища. Дракс однозначно нам помогал. Вот скажем на Сигнарте, когда на нас напал тот кальмара-тигр в первый раз. А, толстячок? И когда он второй раз напал тоже. Мантис, нам беспокоиться насчет этого тумана. Это галлюцинация. Ну, галлюцинация, хрен так. Доступна новая суперспособность щит Спарта. Звездный лорд решительно... Побору, мучивший его кошмары, стал гораздо уверен в себе. Теперь он в течение небольшого времени может перемещаться по полю боя в полной неуязвимости. Слишком реалистично! Дракон, если... Ой. Это ведь никогда
атакуют голову! Будет больно! Но... Нет, конечно, это не толстячок! Это невозможно! Ну-ка. Руки крут! Ракета! Иди! Вот так. Ракс бы сейчас очень пригодился. Он расстроится, что все пропустил. Давай. Целься в брюхо. Нормально. Подожди. На. Отдай их! Эта тварь явно не отсюда. На. Дома на сектанте. Вломи ее. Ладно, я был неправ. Вот сейчас нам бы Дракс очень пригодился. Неужели эти твари и здесь тоже водятся? Может, они изначально не из Сигнарфа? И Хеллбендер их здесь отловила? Или она прилетела сюда, потому что готова из-под земли нас достать и убить? Леди Хелл хочет нашей смерти. Понимаете, что из этого следует? Что мы все умрем? Я знаю, к чему он ведет. Что мы команда. И если разозлили кого-то, то вместе. Надеюсь, да. У тебя в голове это звучало лучше. Вода, туман, чудища. Что ж это вообще за место такое? Это место большой силы. Жрецы знают сказания о тех, кто жил здесь до них. И о чудесах, что те творили. Они мне про них не рассказывали. Потому что тогда ты не готова была их слушать. Так. О, нет, сэр Грут. Никакого корня катати не существует. Так что за сказания знают жрецы? Легенды о бесплотных душах в камнях. Вы не чувствуете вибрации воздуха? Я чувствую, что за мной следят. Так. Проходим, проходим. Понятно. Сюда. Ни-ха! По коням! Эта психованная теперь не по-нашему говорит. Что-то подобрал. Да? А по-моему, она понятия не имеет, что делает. Надо отдать это Драксу, когда придет в себя. Это, вы нашли траурную свечу, вы сможете обсудить эту охотку с Драксом, когда вернетесь. О, зеленый злюка вас всех очень любит. Правда? В большинстве временных линий. В некоторых он вас всех убивает. Поднимаем. Рот говорит, надо бы нам здесь порыскать. А я уже порыскал. Так. В истории с неба уже туда прошелся. Это так, Гамора. О чем она? Ни о чем. О какой-нибудь другой временной линии. Да? Как скажешь. Ладно, этот, пойдем туда. Грут, я как понимаю, ты мне тут не очень-то и нужен, да? Мять, так что говорите, ему же что-то не взял даже. Лик лжи в логове лежащий. Давай. Что-то такое. Лик лжи. Вот это что-то меня и беспокоит. Так. Ого, шутка. Я есть худ. Никто за нами не следит. Никто в здравом уме не полезет в эту вмятскую пещеру вмятских чудес. Что происходит? Сэр Грут чувствует, что за нами следят. Да, мой колоссальный друг, я тоже чувствую. Так. Что за хрень? Их двое! Кого их? Мантис, эти твари имеют отношение к тому, что мы ищем? Ты хочешь? Не уверена. Что обсудить? Боль. Страх. Расскажешь, Квилл, новые дружки? Не сомневаюсь. На. Гамора, рек! Получай! Получай! В этой пещере что-то многовато живности. Это ненадолго. Давай, ракета! На. А какой черт вы поперлись за жукоглазкой? У нее есть имя. Вау, там второй еще. Эй,
На. Гамора, руби! Как ты стал палить эти ходячие? Получил. Ха! Он бы сказал, что танки не ходят. Уничтожишь, ракета! Съел. Смотрите! А, нет, вы заняты. Ой-ой-ой-ой. Я как Матадор. О, звездочет пластинок. Берегись! На! Получил! Клинок едва царапает этих тварей! Драк бы сейчас очень пригодился! Давай! Блин! Он заново жизнь цвета полный! Может, они просто рады нас видеть? И не надейся! Она этому получил! Блин. Шикарно, Питер! А я это вспомнила. Тут происходит что-то плохое, чего следует избегать. Мантис, сюда. Так, я Дракса, конечно, люблю, но ответственно заявляю, эта пещера у меня уже в печенках сидит. Я есть Крут. Кто? Жукоглазка? Да она из туалета не выведет. Что это такое? Нам нужно побороть свои страхи. Здесь или в другом месте. Самое важное — побороть их. Кто-то пробежал. Побежать. Тоже иногда неплохой вариант. Для тебя, звездочет, да. Но только пока не станет поздно. Скоро ты это поймешь. Хотя уже должен понять. Ты не помнишь свои страхи? Так, сканирование. Похоже, за ним что-то есть. Жаль, Дракс невменяем. Он бы с удовольствием поколотил лицо. Блин, плохо. Ракета, сможешь сюда проползти? Зачем? Чтобы меня сожрал тот, кто там живет? Каменные лица. То, что мы ищем, находится за ними, под ними, либо сбоку от лица. Что скажешь, ракета? Ты же можешь придумать, как нам туда пройти. Ладно, как скажешь. Давай. Каменные лица, да. Чего-то на Дракса, кстати, похоже. Это карианских яиц. Ладно, закладываю взрывчатку. Всем отойти! Вроде это не тот вариант, где он нас взрывает. А чё, есть еще и такой вариант? Ну, хоть смотреть на эти кристаллы приятно. Да ну, видала поинтереснее. Типичные силикаты, ничего особенного. Точка доступа. О, пушистик. Но резонируют-то они еще как по-особенному. Значит, пару юнитов за них можно выручить. Так. Если найти покупателя. На. Ой. Так. Ну вот опять. У меня шерсть на загривке дыбом стоит. Да, спокойно. Я тоже чувствую, словно за мною наблюдают. Давай. Есть. Уже смогу прокачиваться, да. Давай. Древо лифт. Зеленый злюка в океане лжи. Нам нужно привести так его к берегу. Но нам также нужно не терять оптимизм. Грут, сможешь поднять эту штуку? Так. Нет, не должен он ничего обо мне знать. Держи дупло закрыто. Дупло. Господи, разве можно так? С другом, он ведь хороший. Оп! Что еще котати рассказывали тебе об этом месте? Что это жутко опасное место, и соваться сюда это полный кретинизм? О, да, очень. Давай. Опасное. Древняя-предревняя. Древняя опасность. Древняя, почему там буквы я-то до хрена наложили? И... Питер, нашел что-нибудь? Ничего, что могло бы спасти Дракса. Мантис, а тут еще лица есть? Мантис? А? А, да-да, это многолитая пещера. Дошло? Опа. Ну, взять, взяли. Пойдем, покатились. А, мы не катимся, я думал, катиться будем. Мантис, ты что-то там видишь?
Много, очень много. Вижу тени существ, живших здесь когда-то, забытые лица, которые прозревают еще не произошедшие ужасы, и другие тени. Нас, других, того, кто сейчас наблюдает за нами, или наблюдал за нами. Я вижу камни и какие-то кристаллы. Статую, похожую на лицо. Еще камни. Твой вариант лучше. Я вижу еще кое-что. Так, откуда он друзей, куда-то так вот пробежал? Умереть за одного из них. Тут другой проход. Только мне эти кристаллы кажутся очень опасными. Не бери это в свою мохнатую головку. От падения с высоты ты умираешь только в двух вариантах. Это вряд ли один из них. Давай. Так, понятно. Подожди, ну-ка назад. А как? Эй! Я думал... Назад никак? Представляете, назад никак, все. Давай. Грут, нужно добраться до кристаллов. Эй, главное, Квилла, вперед пусти. Не хочу, чтобы ты упал. Да? Че, полюбил меня, что ли? Вот так по кристаллам прыгать можно, конечно. Нет, нельзя по кристаллам прыгать. Короче, надо было где-то там. Давай, выдвигайся. Блин. О, вот теперь я точно что-то вспомнила. Как... Сюда? Здесь нужно быть осторожнее. Да, ты видишь будущее, в котором я сталкиваю тебя с обрыва? Вау. Эх, пушистик! Давай. Поразительно, что твоя вспыльчивость неизменна во всех вариантах времени и пространства. Ты... Может, стоит смириться с тем, что не все во Вселенной можно объяснить? Галактика — странное место. Да. Надо перестать париться. Заблудиться в смертельно опасной пещере — это и есть перестать париться? Это и есть мы перестать париться. Мы не заблудились, Пушистик. Ну, не в этом варианте. Мы находим то, что другие версии нас уже нашли. Разве не замечать? Если вы хотите остановить Рукера... Рейкера. Да, Роутера. Так. То другого пути нет. Тут нету ничего, Грут. Извини, но тут... Ну нету ни хрена. Давай ползем туда. Наконец-то! Личина лжи! Наверное. И это поможет нам спасти Дракса? Нет, помешает нам его спасти. Мы ищем то, что скрыто за ним. За ложью. Мне их взорвать? Мы все подряд? Я! Берегите! Давай! Я смогу! Отличное приземление! Спасибо. А вы-то как? Ты разбиваешься. Ух ты! Кстати, упоминали лица во тьме, но я думала, что это метафора. Енота! Маска окончательно спятила. Разумеется, я зол. Я промок. Гамора, можешь помочь с этим? Под хвост все это. Я пошел. Нет, нельзя. Мне нельзя тут прорубить? Ой, нет, не ты. Сейчас случится что-то ужасное. Что? Это что-то поедет. Ну все, все, я пошел. Ракета, они сорвём эту штабу, спасём Дракса и уберёмся отсюда! Да, но... Пора доверять своим инстинктам, Квилл! Надо доверять своим инстинктам. Да и я не против довериться инстинктам. Жукоглазка сказала, эта рожа мешает спасти Дракса. Так уничтожим её! Пушистик, в нос зайдём! Не делай того, что собираешься сделать! Нет, или нет, мне нет. Не делай! Хватит с меня головолом! То, что давайте ты... все-таки что? Выслушаем мантию. Поет. Да? Дайте так подумать, хорошо? Что, если мы Don't worry. Тогда вы happy. Больше с ним спорить. Вот то, что... Грут, скажи ему остановиться. Я есть Грут. Пушистик устраивает сцену. Значит, мы умрем. Она да нет. Сказала, что это что? Ракета, нет! Ракета!
Ты мост сломал! Спрашиваешь про план? Да. Давай бежать! Опа! Успели. Мы успели. Мы спаслись. Опасно. Да, и не говори. О, скажу. Ты что, Дракса заменяешь, что ли? Что я требовалось доказать? Где матриарх? Вот здесь как раз мой провал. Вау! Мы же спасаем тебя! Да нет, древо поймают. Что такое? Опа! Все хорошо. Там, какая-то новая способность появилась. Вас успех ждет. Давай, жука леди, катайся со на нем дальше. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом. Народ, ошалеть! Я все еще живой! Да. Что? Ты нас всех чуть не убил. Завязывай уже со своими взрывами, ракета, ясно? Что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующая серия. Или я забыла. Ну а сейчас пока.